Кубки стал большой площадкой для детского праздника. Его главным организатором выступила газета «Комсомольская правда» в Саратове. Веселье приурочили к Всероссийскому дню защиты детей. На специально собранной сцене шел концерт, главными участниками которого стали сами дети. Они пели, танцевали, читали стихи, разыгрывали сценки. По соседству шли творческие мастер-классы по рисованию и аппликации. Можно было проверить зрение и сдать легкие физкульт-нормативы. Таким образом, организаторы старались устроить не только веселый, но и полезный праздник. Развлекательная программа должна быть еще и полезной. Именно поэтому сегодня у нас эдакий опен-эйр с обязательными полезными упражнениями. То есть дети на нашей площадке смогут научиться лепить, рисовать, делать самолетики и многое-многое другое.